другое дело, да? Есть такие куклы, мотылки. Когда их делают, нельзя использовать иголки. На Руси эти куклы считались оберегами. Можно заложить в них какую-то информацию, ты можешь их о чем-то попросить, когда делаешь для какого-то владельца. Он просит сделать. Кому-то хочется быть богатым, кому-то хочется быть счастливым, кому-то хочется замуж выйти, кому-то детей. Все это можно сюда заложить. Я, например, когда это делаю, без кого-то, не могу помолиться, попросить помощи, чтобы Бог помог. Сама что-то делаю. Есть какие-то определенные вещи, которые я не буду вам показывать, но которые я делаю для этих кукол, чтобы они работали. Ну, не скажу, что 100% работает, но какая-то большая часть задуманных вещей у людей сбывается. А на Руси в каждую кроватку клали такую куколку, чтобы не гладили детей. Все же боятся и как бы считается, что эта кукла заберет всякую плохую информацию на себя, а ребенку этого не достанется. Так что... Наверное, погромче это... надо говорить, мне кажется. С ветром, наверное. Ну, снимай заново. Не, послушай. Еще громче вам говорить? Да. Ну, скажу, а что говорить громче? Говорю громче. Такая кукла делается для владельца, который просит, чтобы в его жизни что-то изменилось. Либо кто-то, есть люди, которые, ну, я вообще считаю, это каждый сам верит в это и допускает к себе, что вот меня могут сглазить, могут еще что-то сделать. Я в это вообще не верю, потому что человек сам в силах защитить себя от любого глаза. Это ведь все то, что мы себе программируем, информируем. Но когда люди бывают слабые и верят в это, я делаю им куколку. Вот они эту куколку носят везде с собой. Вот у меня есть, например, для себя куколка, она вместе с маленькой, у меня нет с собой. Я люблю потом дом покажу. Но со мной уже много лет ездит. У них есть свои имена. Никто не знает, как их зовут. Но я их знаю. Я вам их покажу. Я их вожу с собой. Она маленькая и большая. Когда я еду куда-то в эту поездку, я всегда найду место для этих кукол. Они много не занимают места. И лежат в сумочке еще где-то. И они меня охраняют от всякой хорошей информации. Хотя я вот повторяю, все это в наших головах. Если вы хотите допустить себе какую-то хорошую информацию, вы ее к себе пропустите. Потому что ведь позитивный, и позитив будет у тебя в голове. Так что и с тобой вместе никому не удастся. Тебе гадость. Сейчас мы выберем наши куколки. Какой-нибудь платочек. Мы сидим на море. Мы сейчас сделаем какой-нибудь синенький платочек или бирюзовый. Сейчас посмотрим, что у нас тут есть. Да у тебя тут целое богатство. Да, что? Что? Вот такое сделаем. Морский напиток. Сейчас. Так. Дальше. Как мы ее назовем? Ветер какой-то сейчас. Как назовем мы нашу девочку? Люк, давай, прямо. Как ее зовут? Я даже не знаю. Мне почему-то Марьяна в голову стукнула. Марьяна? Да, как ты говорила. Да. Марьяна не будет? Нет. Я предлагаю назвать ее... Она же на море. Ну, это похоже, но не то. Мы назовем ее, мы ее назовем. Давайте. Вот. У нее будет, во-первых, мешочек. А в мешочек мы сделаем ее... Ну, что мы должны быть? Давайте сделаем какой-нибудь рост. Денежки. Сейчас. 2 деваточки кусочек. Видишь, у нас мастер-класс. А вот теперь мы делаем этой куколке, чтобы с ней ходить. Мы сделали, чтобы новый человек прибавился и рост был какой-то. Ну, вот где он захочет в какой-то сфере деятельности, там у него будет рост.
нашли нашу красотку. Сейчас нам надо сделать ей ручки. Поскольку она все в голубеньком, мы ей сделаем ручки голубенькие. Как бы должна девочка быть в тон. Все не должно быть нарядно. У этих кукол не делали лиц. Ну, как бы специально такие они. Так считалось, что это правильно. Такие обереги. И лиц у них нет. Сейчас завяжем одну ручку, приступим к другой. Не могу найти, куда дел ниточки, столько ниточек взяла с собой, если я их забыла. Обходиться тем, что есть. Без капризов. Че, Даша? Потолкать куда тебя? Если чего, то что? При пожаре уносить в первую очередь? Да. Не кантовать. Да, Дарья Игоревна? Ой, слушай, а мужчин-то я проглядела. Ой, Люк проглядел, на вон они сейчас посмотрели. Ага, вон вижу. Ихтиандра. Трубка вон торчит. Не говори. А вы говорите, что снимать? Ты не успеваешь снимать что? А у нас продолжается процесс. Потом все лишние ниточки. Сейчас мы ручки сложим. Охота. Странно очень, конечно, вот это вот дело наблюдать. Без иголки, без нитки. Мотается и мотается, все заматывается. Да. Все заматывается и заматывается. Ну, считается, что иголки это нехорошо, когда протыкает куклу. Поэтому шить что-то для нее нельзя. Все должно быть собрано вот так. Ну, это такие самые простые мотанки. Есть же вот, если вы в интернете шарите без конца в поисках всяких интересных вещей. Есть столько девушек, которые этим занимаются профессионально. И там это просто залюбуешься, какие вещи они делают, как это красиво. Там девочки шьют даже для них одежду. Они делают такие композиции, тележки всякие, зерно они собирают, убирают. Детишки, лялечки в колясочках. Это очень интересно. Ну, а у меня колясочка-то маленькая-то есть. Вот надо вот тебе поставить, и приспособить куда-нибудь. Да, и положить туда девочку, какую-нибудь лялечку. Вот такие вещи получаются. Мы еще в процессе, куклы не закончены. Это так, ей еще над ней надо будет поработать, чтобы она стала красивой. Это знаете, как вы уходите на улицу гулять, вы что делаете? Правильно. Марафеты наводите. А другой раз вот посмотришь на человека, да? Когда он такой намалеванный, что, и когда он умытый. Бывает страшно просто проснуться рядом. Поэтому все равно естественная красота у любой женщины гораздо красивее. Всего этого нам надо найти. Сейчас, я забыла самое важное. О, нет, вот еще у нас есть кусочки всякие чего. Девочка синенькая. А, это ты закрываешь, да, вот эти? Да. Сейчас. Зачем главное туда было тащить, когда все было проще здесь сделать? Мы не ищем легких путей, да. Как в жизни, да? Угу. Можно сделать себе что-то легко, а мы что-то там мудрим. Все кого-то хотим удивить, что-то такое сделать, а нужно ли это все в таком качестве? Что-то мне нравится, как это закрывается. Сейчас посмотрим, что еще у нас есть красивое. Сразу достал вот этот цвет. Знаете, что вспомнилось? Школьная форма коричневая, да? С таким вот. Сейчас мы, наверное, и сделаем. Прикроемся вот этим. Вот так сюда. Ну, подожди, я понимаю, что тебе неудобно. Мне тоже неудобно, что не всю жизнь неудобно было. Люди рождаются в муках, а куклы, как вы хотите.
Вот так вот. Сейчас. Прикрой мне. Нет, не идет тебе сюда. Не нравится мне. Не ложится. Почему-то. Странно. Я вот очень упертая. Надо сделать. Она закрылась от нас ей. Надоели вы. Смотрите тут все. Мы от вас пока спрячемся на какое-то время. Где наш мешочек с умом и богатством? Куда его дел? Вот он. Вот она уже собралась в путешествие. Раньше же люди не носили, что не было косметики вороха, всяких гаджетов. Как говорили, давай собирайся, а мне собраться только подпоясаться. И девочкам в узелок хватало всего. Там еще булочка лежала, заметьте. Еще и булочки места хватало. Перекусить что-нибудь. Краю хлеба и вся еда. Сейчас мы зажрались все. Что нам санкционные продукты? Нам своих полно. В каждом доме, заметьте, снова возвращается все было. Люди начали печь хлеб. Долго ведь не было этого. А сейчас пекут. Наслаждаются очень вкусно. У меня есть подруга, она печет обалденный хлеб. Просто так вкусно. Кена пирожки причет со скумбрией. Вроде только позавтракали, опять про еду пошло дело. Как она вот такая получается. Видите, у меня мешочек свой. И собирается в путь. Ну, самая обычная такая. Ничего мне особенного нет. Вот эта девочка пойдет искать свой ум и богатство. А как ее зовут? Ну, мы еще не придумали. Наверное, ей даст имя ее владелица. Ну все, до свидания. Всем хорошего. Неугомонная. Ушла от своих бог знает куда. А там еще берега выше. Ой, а где мои? А моих, конечно, и не видно. Далеко ушлепала я. Надо идти назад. Барабулечку? Попали? О, прям с локоть. Ой, ты масенькая. Она такая маленькая, как ты в нее попал-то. Да, господи, что ты? Сейчас, подожди. А там, блядь, нельзя посмотреть.